Приветствую всех на своем канале. Тема сегодняшнего видео — вскрытие таких вот велосипедных замков. Замки мне передал ученик. Таких замков у меня нет. И эти замки отличаются от вскрытия тех замков, которые уже рассматривались на моем канале в разделе «Кодовые замки». У меня не было навесных замочков. И сейчас, благодаря ученику со Ставрополя, мы можем делать обзор на вскрытие этих замков. Итак, давайте перейдем ко вскрытию и посмотрим, как открываются подобного рода замки. То есть мы видим 4 диска, и нам необходимо, как мы их будем открывать. Мы делаем натяг и можем искать нагруженные диски. Если нагруженные диски, ну, если их несколько нагруженных, мы прокручиваем эти диски до того момента, пока они не освобождаются от нагрузки. Вот первый диск мы видим нагруженный. Вот мы видим, после того, когда мы выставили единицу, диски, первый и второй диск, они начали между собой расходиться. А это означает, что нагрузка с первого диска снята, и она передалась на второй диск. То есть мы берем, выставляем второй диск, и мы видим, что все равно разделяется между первым и вторым. То есть второй диск все так же оттягиваются в сторону. Мы его также берем, прокручиваем. Обратите внимание, что мы опять растягиваем, и этот диск все равно подтягивается. Мы еще раз прокручиваем, и мы уже видим, что после того, когда мы выставили тройку, разделение происходит между вторым и третьим диском. Значит, мы второй диск выставили, а третий диск у нас стоит неверно. И мы идем выставлять третий диск. Наша задача — сделать так, чтобы этот диск не подтягивался в правую сторону. И вот мы видим, этот диск перестал подтягиваться в правую сторону. Мы сняли с него нагрузку, и у нас последний диск, единственный, который оттягивается, между которым возникает щель. Обратите внимание. Последний диск. И мы сейчас также выставляем этот диск. И мы видим вскрытие. То есть таким образом произошло вскрытие этого замка. Давайте мы попробуем его разобрать. В общем, не будем мы его разбирать. Давайте мы попробуем открыть другой замок таким же методом. Разобрать я его смогу в группе по обучению. Если вдруг такой интерес будет, мы обязательно разберем и посмотрим дополнительные возможные методы вскрытия таких замков. Ну, этот замочек вообще открытый. Давайте мы его сразу собьем. И вот мы видим, так, нам нужно, мы создаем натяг, и давайте постараемся
Так, вот мы видим, разделение произошло, и первый диск уже не участвует в натяге. То есть этот диск, если мы сделаем натяг, мы его шатаем, мы видим, что он не стопорящий. То есть теперь нагрузка перешла на второй диск. И мы берем, крутим второй диск. Так, оп, 54. Мы видим, что 54, и разделение произошло между третьим и четвертым диском. Значит, мы берем этот диск, последний, и пытаемся его и мы видим вскрытие. Вот у нас код, по-моему, да, 6523. Так, я не знаю, можно ли переустанавливать коды здесь. Думаю, что возможно. Для этого необходимо, наверное, будут разбирать эти замки. Так, в общем, мы открыли таким образом второй замок. Давайте мы возьмем еще один, потому что замки все стандартные, чем-то похожи между собой, фирма Standards, ну а здесь фирмы я не вижу, какая это фирма. Вот видим, что здесь импортер, продавец, Республика Беларусь, город Минск. Так, этот мы открыли. Здесь у нас что? Тоже Беларусь, город Минск. Ну, Made in China. Сделано в Китае. А здесь мы видим Киев, улица Полярна. Так, в общем, тоже Республика Беларусь. Я так понял, это магазины Леруа Марлен, Украина. В общем, ладно, давайте перейдем ко вскрытию этого замка. Код этого замочка я не знаю. Давайте мы его вот так вот сделаем сразу, чтобы не предполагать, и попробуем. Ну-ка. Вот мы видим разделение между вторым и третьим диском. Смотрите, явно выраженное разделение. Я предполагаю, что цепляются именно эти два колеса, и что в такой последовательности должны быть установлены диски. Походу это 4 нуля, скорее всего, будет. Ну, давайте проверим. Разделение между вторым и третьим. Второй и третий. То же самое, аналогично. Видим второй, третий и вот нолик. И мы видим, что теперь разделение пошло между третьим и четвертым. Явно выражено. Так, и мы теперь выставляем последний диск. И видим вскрытие этого цилиндра.
точнее замочка. Так, в общем, я думаю, вскрытие вполне понятно, как проводится. То есть ищем поджимающие диски, освобождаем их от нагрузки, чтобы в натяге они не участвовали. И таким образом открываем эти замки. То есть все очень просто. Значит, если будет интересно строение этих замков, можем их, в принципе, разобрать. Как бы они нам без надобности. Ну, или могу закинуть их также к обучающим замкам. И будете тренироваться, если такое желание у вас возникнет. В общем, на этом я заканчиваю это видео. Если оно было полезно, оцениваем. Если что-то недосказал, недопоняли, задаем вопросы в комментарии по возможности, постараюсь ответить. Всего хорошего.